Так, всем привет! У нас что-то давно мы не снимали Александра Владимировича. Я у него... Когда последний раз-то был? Месяц. Да больше. Два. Ну, что-то как-то я ему тут... Он мне звонит, ты что, говорит, меня забыл? Я говорю, да я не забыл, мы тут все работаем. Александр Владимирович у нас еще, получается, приехал с командировки из стольного града Москва-Сити. Сгонял. Рассказывай, Александр, какие у тебя новости? Какие новости? Да, еще раз всех приветствую. Сгонял в Москву, посетил пару хороших выставок, зашел в Шиловскую галерею, вышел оттуда со смешанными чувствами, но мастер интересный. И вернулся, а ездил в основном, ну вот, привез часть, могу показать, мешок, в котором лежат разные пряжечки. Потому что все это потихонечку уходит, висит в изделиях, в готовых. Людям нужны подарки, приближается Новый год, кстати, да? И набрал всякой вот фурнитуры, которая всегда нужна. Какие-то новые позиции, новые цвета красок, новый инструмент. Оно понемножку, но дает небольшой шаг вперед. Рывком я не стал бы это называть, но шаг вперед имеет место быть. Ну и плюс остальные московские позитивные ощущения. Да, Матвей, привет. Я тебя перебью. Я, короче, пришел, он говорит, ты знаешь, какую я видел кожу? А, да. Я смотрю, у него глаза аж горят. Я говорю, такой ремень можно сделать. В общем, он закажет эту кожу, и мы потом посмотрим, какой ремень. Я-то, как обычно, напоминаю ему про должок, про наши папочки, которые у меня динамит. Я тебе скоро точно я тебе повешу. Вот поверь мне на слово, я разозлюсь, либо я тебя куплю с потрохами, это я могу сделать, и продам, или продам твою печень врагу вот какому-нибудь. Вот такой у меня друг. То есть как-то надо, скажи, мы до Нового, похоже, до Нового года мы не успеем. У меня с марта месяца динамит. Мы будем надеяться. Там, где мой верблюд и где моя папка голубая, синяя. Все, кстати, покажи нитку, какую ты привез, синюю. Ниточку исполнилась, мечта идиота. Потому что полгода назад, может больше, заказал я в интернет-магазине в одном, как мне показалось, хорошую синюю нитку. Но вы же понимаете, что оттенков синего их огромное количество, да, как и оттенков голубого. Вот. И когда на фотографии увидел энное количество синих цветов, вот тут всякие тоже инструментарии, очень сложно было понять, цвет, а не на тон, на два. Вот, в итоге мне пришла вот эта нитка. Но она оказалась очень темная. Экстравагантная. Она для экстравагантных вещей. Пришлось ее пока... Ну, я пару ремней это сделал, конечно. И тут, о чудо, оно, видимо, бывает, мне попадается вот то, что я и хотел. И то, что она в два раза меньше, даже хорошо, быстрее кончится, быстрее найдем что-нибудь интересное. И я, естественно, ухватил. И продавец, который мне ее, так сказать, передавал, говорит, что, говорит, из Нижнего Тагила за ниткой приехали специально. Мы посмеялись, ну и в итоге он мне ее, так сказать, отпустил. Так что вот в Москву за ниткой, ребята, вот так получается. Вот, я приехал еще к Александру Владимировичу. Во-первых, мне нужен еще один ремень, то есть третий по счету. Мы сейчас будем думать, я хочу себе еще очередной ремень. Потом, что я еще хочу? Он всегда что-то хочет. Я всегда что-то хочу. Потом он сделал Павлу Григорьевичу, кто за нами следит. Ремешок покажу. Да, ремешок. Получается, он Павлу Григорьевичу сделал под телефон, под смартфон, там кожаный, как его, чехол. Сейчас Павел Григорьевич его носит, тестирует. Сейчас вот еще месяц он его проносит и скажет, мне удобно, неудобно. Там были кое-какие замечания. Я ему вчера звонил, он говорит, приемлемо. Да, но он еще, мы вчера с ним разговаривали по этому вопросу, я говорю, ты нормально? Он говорит, ну, там есть вопросы, то есть, кое-что там требует это вмешательство. Ну, поправки. Да, поправки там надо необходимо внести. Нет, я не могу его найти. Что, да ремень куда-то? Да, не ремень. Была у родственницы свадьба, и я этой девочке сделал... А, вот он. Короче говоря, мне пришлось от готового ремня, на стол, который я подарил. Я сейчас там приближу это все. Да, пожалуйста, вот. В общем, я отрезал кусок ремня, и он у меня долго лежал, и я думаю, что бы сделать. Вот эта нитка. В общем, вы понимаете, это был ремень, стал браслет. Ну, браслетик такой. Такой браслетик. Ничего особливого. Вот такое, цацка. Да-да. Ну, или выбрасывать в мусорку, либо вот готовая какая-то цацочка.
Так что ничего не мимо. Да. Что еще? Чем ты нас еще порадуешь? Ну, вот сделали вот такой браслетик. О, кстати, со слонами зачет. Вот, давай поближе. Такой вот браслетик. Со слонами вообще зачет. Он можете такой. Сами слоны там такие нарисованные. Такие вот они тут штуки такие. Амазонит вставлен, камушек. Амазонит. Вот так надо вот такое сделать. Да. Вот такая штучка. Наводись. Наводись. Вот так такая. Что, работаем, работаем. Я, кстати, вот такой ремень не надо. Ух ты! Только со львами. Ух ты! Или с драконами. Ну пока готов файл, только слоны. Не, ну я точно не слон. Хотя слоны тоже прикольные. Я хищник в конце-то концов. Касатка. Ну, касатки тоже можно. Да. Касаток я тоже люблю. Вот касаток, давай мне касаток. Касаток? Файлы касаток. Вот тема и родилась. Да? Да, то есть у нас родился очередной ремень. То есть мы давно не виделись, болтаем тут о том, о своем. Сейчас Александр Денисович у нас делает этот, как его, лекало. Ну, лекало, потому что пряжка, которую привез, она с двумя, как это называется, языки, да? Ну да, я не люблю такие. Ну, он не любит такие, а мне нравится. Ну, и придется сейчас сделать лекало с двумя отверстиями. Ну, чтобы, да, там пробивать все. Да, да, да. То есть мы это тоже уже все показывали, там видно все, да. Вот сегодня собрал. Вот, сейчас мы подумаем, какой ремень моей хотелки с касатками будет, крутой ремень. Вот, еще бы какую-нибудь кожу бы прикольную. Ну и тут сегодня он тоже там был на выставке, видел, но человек тоже ремни делает. Тоже мы сегодня технологию с ним думали, как он это делает, тоже интересно. Ну, вот он из Нижнего Новгорода, ему пламенный привет, если увидимся вдруг. Да, тоже интересно так. Так что вот такие вот новости у Александра Владимировича. Вот, что еще раз сказать-то? В общем, задача не сидеть в мастерской, а ездить по выставкам, общаться в интернете, работать, смотреть видео, записывать, запоминать. В общем, все, сейчас я тебя буду мучить и дальше. И работать. Ну все, всем пока. Всего доброго, всем пока. Вот такой у нас Александр Владимирович.